она поцветет. И как я возвращаюсь из городской администрации, где мне была вручена почетная грамота главы администрации, очень приятное событие, как говорил Высоцкий в фильме «Хозяин тайги», ну, немножко если перефразировать, вот он, мой первый таймень на сплаве. Ну, были награждены, в общем-то, руководители всех практически общественных организаций, которые принимали активное участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотические работы, который проходил с 23 января по 23 февраля. Вот. Ну и часть наших казаков, членов районного казачьего общества, будет награждена позже, но вот меня наградили в числе первых, так скажем. Вот. И это очень такой приятный факт. Я сказал маленькую речь, сказал, что я долго нахожусь в Анапе, чуть больше 7 месяцев, и очень рад, что вложил небольшую лепту в дело патриотического воспитания молодежи, вот будучи членом кубанского казачьего войска.